Тюменцы обсудили послание президента Федеральному собранию. В библиотеке имени Менделеева дискутировали представители власти, общественники и волонтеры. Главной темой стала демография и поддержка семей. Владимир Путин назвал меры, многие из которых должны заработать уже в этом году. Так, например, материнский капитал будет выдаваться при рождении первенца, а это 466 тысяч рублей. Кроме того, семьи получат право на увеличенную выплату на второго ребенка. Несмотря на то, что в регионе хороший потенциал для повышения рождаемости, это существенная поддержка, говорят тюменцы. При этом важно обеспечить детей местами в яслях и укомплектовать учреждения квалифицированными кадрами. Эти вещи, они для нас очень серьезные, так сказать, поддержка и помощь в плане реализации наших конкретных региональных показателей по демографии. Ну и, конечно же, это влечет за собой очень серьезные функциональные вещи, потому что это надо все очень грамотно, правильно, эффективно обеспечить. Поддержка семей стала одной из главных тем в послании Федеральному собранию. Многое из того, о чем сегодня говорил президент, уже реализуется в Тюменской области. И вот как прокомментировал выступление Владимира Путина губернатор Александр Мор. Он присутствовал на оглашении послания. Самое важное, по его мнению, введение материнского капитала за первого ребенка, причем в размере, равном материнскому капиталу за второго. Такая мера уже введена в Тюменской области. Губернатор считает, это будет хорошая поддержка семей, которые решили завести детей. Они получат и федеральный материнский капитал, и региональный – 150 тысяч рублей. Первый зам председателя Тюменской областной думы значимой и серьезной в послании президента назвал тему изменений в Конституции и госуправлении. Владимир Путин предложил обсудить изменения в основной закон, например, дать Госдуме право утверждать председателя правительства. Это серьезно. Это серьезно. Нас как бы предварительно готовили, что такое будет, но конкретики не было. А сейчас озвучил. Сказано, что все будет приниматься, еще будет дискуссия, будут регионы участвовать. Вот, и потом это будет именно народное голосование. Но это очень важное и серьезное событие в жизни страны. При всей значимости социальных вопросов, которых он сказал в начале, вот этот вопрос с точки зрения жизни государства очень большой.